вы помните, как это было? Ровно 2 года назад мы остались с вами стоять в пустом амфитеатре и слушали песни, которые пел весь Витебск, песни Григория Лепса. Спустя 2 года он к нам снова вернулся. И сегодня мы посмотрим, что изменилось в программе и каким будет его концерт. Восхищение. Полное восхищение. Драйв, энергетика, концерт просто супер. Знаете, такого человека больше нет, такого артиста нет. У него такие эмоции, которые невозможно передать. Вот понимаете, это даже описать сложно. Он вот ловит кайф от своего творчества. Мне кажется, так больше никого не получается. Красивая сцена, нереальные спецэффекты и неимоверное количество света. По-прежнему харизматичный и запоминающийся Григорий Лепс. Я уже 3-й раз хожу на концерт Лепса, да, там в Минске был, на Славянском базаре 2 года назад. В этом году всегда концерт проходит очень живо, очень интересно, и с публикой общается, и дает нам попеть. Можем спеть песни, исходите. Слов и чисел, красота! Я пел, танцевал, концерт очень понравился. И что стало самым запоминающим? Самый лучший день. И я уеду жить в Лондон. Рюмка водки на столе еще нам понравилась. Бой, кто на запад, считает, что это гимн России. Закончился, я снова сижу в пустом амфитеатре. Но ровно через год мы с вами снова сможем спеть «Рюмку водки на столе», «Я уеду жить в Лондон» и другие песни Григория Лепса. Он обещал, что вернется в следующем году. Спасибо! Следите за новостями на портале городвитебск.бай.